Пошли за грибами и пропали. На территории Полского района в течение недели в лесах заблудились 4 человека. Трое нашлись, одного разыскивают до сих пор. Один человек отсутствовал одни сутки, его нашли. Один вышел сам из леса в соседнюю деревню и связался с нами, сообщив, что он как бы не потерялся, а живой, здоровый. А третьего нашли родственники. В лесах Беларуси ежегодно теряются десятки грибников. Кто-то, поблуждав несколько часов, находит дорогу к дому сам. Кого-то приходится искать долго. Лес прочесывают и спасатели, и милиция, и лесники, и жители окрестных деревень. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста. Но заблудиться может каждый. Хотелось бы предупредить всех грибников, что если незнакомые места, то лучше их не посещать. И посещать леса лучше вдвоем, либо втроем, то есть группой людей, а не по одному, так как вероятность потеряться одному намного более высока, нежели потеряться в компании людей. Сотрудники ГРУЧИ из Полского района предупреждают, в пасмурную погоду поход в лес лучше отложить. Если поход за грибами или ягодами – дело решенное, необходимо строго соблюдать меры предосторожности. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.